Надеюсь, у нас что-нибудь, что-то да получится. С этим, блин, блокпостом. Так, а он где там стоит у нас опять? Он же не среди деревьев стоит. Его должно просматривать. Хорошо. Там боты на блокпосте. Да, на блокпосте бот, боты. Следи за состоянием оружия. Они бывают внезапно разбивают пушку. Удачи, смайл, радость. Так, вон, блокпост я вижу. Итак, все, по мне стреляют. В самый неподходящий момент. Привет, мужик. Странный звук у их стволов, смайл, радость. Угу. Этот метки, когда ставишь их элкмом, если зажать, можно перетаскивать. Присоединяйся к игровому сообществу PP-Link. Не надо дальность больше, чем 100. Я до 100 метров бью. Вон на того надо поставить дальше, чем 100. Но он, видишь, 3 это бегает, мансит. Попасть сложно. Они обходят, в принципе, молодцы. Добро пожаловать, собака Каролина, как ТВ-39. А, вот он. Саша 2 выстрела держит, прикинь. А, блядь, он меня закоцал. Рыба способствует развитию коры головного мозга. Да, блядь, переставай. Зачетные боты. Ахаха. Кулаки пришли. А это все или еще там есть?
Я троих положил. Сколько там было их вообще? Шалом, знак приветствия, всем здоровья, счастья, любви. Да что ты, привет, сука! Мужик. Живуч Собака ты такой. Джон, подчеркивание, Смит, 30, юга, Таптуз, левел 14. Когда ты, блядь, сдохнешь? Собака Джон, подчеркивание, Смит, 30, огромное спасибо, Стэйси. Джон, спасибо! Блин, он меня не хочет, прикинь, перезаряжать автоматом. Наверху не перетягивает. Но это, по-моему, все, ребят, боты. Я не знаю, там, сколько ботов вообще. Сколько вообще ботов? Рандом. Привет, мужик. А с них ничего не взять, да? С этих уродов. Они это... Рандомное количество ботов, говорите. Могут внутри блокпоста еще сидеть. Ну я... Не, по-моему, должен быть еще один. По-моему, ребята, должен быть еще один. Босс лут, которого первого убил. А, первый... Это босс лут? Босс был? Думаешь? А я не помню, где я его тут валил. Мне нечем заряжать, ребят. Заряжать нечем. Разве в поле? А мне кажется, где-то вот здесь он должен лежать. Ну тут поисчезли все. Тут где-то. Ну да. Но этих-то я вижу, и этот... Да не, он исчез, походу. Да-да. Не в поле, ближе. Ну я вот и ищу, ну тут исчезли все. Либо они где-то встали, ожили или что. Я не знаю, я вообще убил его, не убил. Его не... Тут не видно никого, прикинь, в поле. Вот что самое интересное, в поле не видать никого. А он, короче, должен где-то вот тут вот лежать. Вот здесь вот они должны лежать. Ну-ка, давай глянем там на дальний у нас. Есть там кто еще? Чтоб внутри кто-то был, не видно. А, вот он, ё-моё. А, точно, смотри, в нем какой-то лут лежит. А ствола нету. Шлем какой-то прикольный. Броник. А где ствол у него? Блин, он же стрелял в меня чем-то. Кивари, он стрелял в меня. А вот еще один лежит. А слушай, они без оружия. Вот у того. А, или там рандом может быть ствол. А, ребят, то есть там рандом, типа, либо... забрать другие боты. Аси, так сюда никто не подходил. Сюда не подходил никто. Че, я не знаю, с него вот этот я тоже тогда заберу. Перчи заберу. Сюда же не подходили они, я же это, как бы, чекал. Так, а штаны на сколько? Должен быть кивари у босса. Хазе куда делся? Ну, может, забаговался, конечно, куда-то. Привет, мужик. Типа, он же по мне стрелял в руках. А если, получается, взял другой этот бот, то с другого бота я же уже не смогу забрать, да? Я с другого бота-то не заберу ствол, получается, если они его присвоили. Ну, у меня, например, мог вон тот его присвоить. А, вот он, ствол лежит, прикинь. А я его взять, прикинь, не могу. Сныкал ствол. Да вот он. Вот он, ствол лежит. А я его взять не могу. Он затекстурился.
Забаговался ствол. Все, я ствол нашел. Ну, я его не возьму. Как-то он это, от него далеко прям упал ствол. Хитрый босс, короче. Взял ствол, выкинул. Че, пойдем попытаемся подойти к блокпосту поближе тогда. Ну, босса убил, этих вроде двоих еще развалил. Печалька. Ну, там лут, в принципе, есть. Ну, не такие они на самом деле как бы и жесткие, ребята, как говорили, что сразу с одного таба шотают в голову. То есть не это. Как бы можно с ними пободаться. Пободаться можно с ними. То есть меткость у них, в принципе, не стопроцентная стоит и не шотная, ваншотная. Главное, попадать с мою радость. Так я в одного, видишь, с этого попал. Я вон одного там сколько стрелял, блин. Охренеть можно было. Так, я думаю, тут надо брать 308. Там не видно, есть кто-то, нет еще. Вон, есть. Где ты, мудло? А вот он. Нет. А вот он ты. Угу. Один ныкался, короче, здесь еще, ребят. Ну, не, меткость с моей, видали, с моим скиллом, то есть, если бы у них была меткость выше, то я бы уже давно бы это, откис. А, он меня в два раза попал. Они, короче, попадают, делают кровотечение, тебе дают. Можно, с ними можно, ребят, воевать. У босса единственное, что жесткий, ну, ствол 338. То есть, если босс попадет с одного выстрела, ты, конечно же, откиснешь. С одного выстрела. Но мне просто надо прицел поставить на свой этот... Что у нас тут? Тайник. Ну вот, вот как бы такое.